Общественный транспорт Кишинева может стать главным рассадником коронавируса. По распоряжению чрезвычайной комиссии в троллейбусах и автобусах должно быть не более 35 пассажиров, а следить за этим поручили карабинерам. Но, похоже, с задачей они не справляются. Утром на Баюканской остановке Флакеры люди набивались в троллейбусы, как сельди в банку. Карабинеры в это время были увлечены беседой. И за полчаса, что мы наблюдали, ни разу не призвали горожан не толпиться и подождать следующий транспорт. На остановке улицы Евгения Коки мы засняли, как мужчина торопится зайти в троллейбус без маски. Карабинер, который должен был ему помешать, в это время был занят телефоном. В центре города такая же картина. Встречает суркат на троллейбус по маске. В кармане. В кармане, а почему не на лице? Снял. Когда? Только что. Карабинер на остановке оказался немногословен. Генералы Симбульзеска есть мультилуминные троллейбусы, но нет, чего не берутся. Да, у меня сколько колесконь есть, к примеру, ну, урчес, моя септюрмотор троллейбус, да, есть Симбульзеска. А сколько? Есть, конечно, и положительные примеры. Ответственного карабинера мы заметили на остановке у цирка. Молодой человек регулировал поток пассажиров и делал замечания тем, кто был без маски. Пресс-секретарь Генерального инспектората карабинеров Кристина Абаби пообещала представить позицию учреждения позднее.